Миссия выполнена. Я собрал этого чудо-кота, маскота Рилмяу, за 3 часа. Да, у меня ушло достаточно времени. Я бы мог бы сделать это быстрее, но здесь было очень много мелких деталек. Вот у него даже рука двигается. А еще вот эта вот фишка со светящимися блоками мне вообще зашла. Короче, кот реально крутой. Но круче всего то, что вы можете его выиграть. Лысый его команда организует эксклюзивного кота, которого, кстати, невозможно купить. Он не продается. Но один из вас его получит. Нужно перейти по ссылке в описании и участвовать в розыгрыше. Вот так вот. Всем привет! Друзья, мы на пороге безумия. Еще вчера приличным и достаточным объемом оперативной памяти считалось 8 гигабайт. А сегодня некоторые производители настаивают на том, что нам жизненно необходимо 16 гигабайт, а еще лучше 24 гигабайта оперативки. Сегодня мы будем говорить о Realme GT 5 и Realme GT 3, который также известен как GT Neo 5. Это обзор сравнения, в котором мы расставим все точки над «и» выясним, действительно ли это ультимативные с точки зрения железа девайсы. Друзья, на дворе все еще сентябрь, и Мегамаркет продолжает акцию с повышенным кэшбэком, бонусами от Сберспасибо на многие категории товаров. На бытовую технику и электронику их количество доходит аж до 50%. В прошлый раз я не слабо затарился комплектухой для нового рабочего места. Товары в пути и бонусы тоже, а потребность в новых гаджетах нас так и распирает. Мы с ребятами подумали, что упускать выгодные предложения от Мегамаркета не вариант, пока действует крутая акция. Куда потратить бонусы, потом разберемся. Надо брать! А давайте возьмем кофемашину. Да, клевая тема. Только бери обязательно с автоматическим капучинатором. Давай сразу еще робот-пылесос добавим. Да, в принципе, поддерживаю. У нас на обзоре был прикольный, мы его еще там разбирали по-всякому. Этот пылесос мог все и даже больше. Ну, может быть, и плойку пятую тогда возьмем. Не, ну а что, вы видели, сколько бонусов отвалят? Да еще и бандл клевый. В общем, набрали мы тут на 282 тысячи. Пацаны решили меня разорить. Хорошо еще, что доставка бесплатная и до двери. Ну и греет душу, знаете ли, количество бонусов за заказ. 77 тысяч! Я уже примерно представляю, куда я их потрачу. Ведь я смогу оплатить ими. До 99% от стоимости последующих заказов. Ссылка на Мегамаркет в описании. Итак, чтобы вы не запутались, GT3 у меня в глобальной версии на 16 гигабайт АЗУ и 1 терабайт ПЗУ. Такой продается в наших магазинах за 80 тысяч рублей, и это не ошибка, 80 косарей. Его аналог в Китае существует под именем GT Neo 5. А GT5 у меня в китайской версии на 24 гигабайта АЗУ и 1 терабайт ПЗУ. Его глобально пока не анонсировали, но высока вероятность, что он появится у нас как GT5. То есть имена синхронизируются. GT3, GT5. Ну, как бы понятно все будет, да? Посмотрите на характеристики. На первый взгляд, между ними очень много общего. И всю разницу хочется свести к чипу. На самом деле, тут есть любопытный нюанс. Например, у GT3 микроскоп на 2 мегапикселя, а у GT5 обычный. Обычная макро на 2 мегапикселя. Чуть позже увидите фотографии. С комплектом все понятно и здорово. Зарядка, кабель, документация, иголка SIM, защитная пленка на стекле и силиконовый чехол. В обоих случаях у меня блок питания на 240 Вт. Хотя и GT Neo 5, и GT 5 существуют еще и с блоком на 150 Вт. Правда, емкость батареи там повыше. Производитель обещает, что от 240-ваттного блока телефон заряжается полностью за 9,5 минут. Я замерял оба девайса, и в обоих случаях у меня получилось 12 минут. Здесь и здесь. Причем подпитывал я их с 2% заряда. Если же пытаться зарядить телефоны, когда они прям сели в ноль, просто выключились и не включаются, то они могут просыпаться только 3, 4, 5 минут. Ну, как бы то ни было, 12 минут в рабочем состоянии – это тоже очень хорошо, весело и задорно. Не успел кофе с утра бахнуть, а у тебя уже полный заряд. Ну, как бы хорошо, прикольно, быстро. Беспроводной зарядки в телефонах нет по понятным причинам. Нафига она здесь нужна? Проще по кабелю за 10 минут его зарядить полностью, чем пытаться подпитать на док-станции, которая, очевидно, будет намного дольше. Многие переживают, что быстрая зарядка убивает аккумулятор. Я опросил несколько человек, кто долго пользуется вот GT3, GT Neo 5 240-ваттными и 150-ваттными. У них с автономностью у пользователей никаких аномалий не проявилось со временем, а статус батареи у них 100% до сих пор. Я специально попросил скриншоты. И во время зарядки телефоны они не особо греются.
Понятное дело, что многие по-прежнему будут убеждать себя и всех остальных, что медленная зарядка пикселя, айфона, самсунга за 1,5-2 часа – это лучше, чем 12 минут у Realme или каких-нибудь там других китайцев, у которых 20 минут. Но я бы с такими пользователями поспорил. Хотя, если выбирать между батареей на 4600 мАч с 240-ваттной зарядкой в обоих случаях, да, и аккумулятором на 5240 мАч со 150-ваттной зарядкой, то я бы отдал предпочтение второму сочетанию. У этих GT3 и GT5 с мощной зарядкой к автономности у меня вопросов лично нет. А будь у них батарейка на 14% больше, с зарядкой чуть-чуть медленнее, мне кажется, было бы лучше. У смартфонов несколько расцветок, и в дизайне есть несколько существенных различий. Каких? Ну, например, кнопки регулировки громкости разнесены на противоположные стороны. У одного они слева, у другого справа. Мы уже видели такой финт с OnePlus Ace 2 и Ace 2 Pro. Совпадение? Не думаю. ББК, как она есть. Мы тебя узнали, как говорится. Снимай маску. Изменили блок камер. У GT3 модули интегрированы в металлическую пластину, а у GT5 они находятся под единым с декоративным чипом стеклом. Стало лучше, как по мне. Вот. Пыли забивается меньше, чем вот здесь вот. Протирается удобнее. Визуально тоже симпатичнее, ну как по мне. Плюс поработали над декоративной вставкой, она стала больше. Если поиграться на свету, то можно по-прежнему увидеть там как бы чип. У GT3 это Snapdragon 8 Plus Gen 1, а у GT5 Snapdragon 8 Gen 2. Это для красоты, конечно же. У GT3 светодиод представлен одним элементом, а у GT5 он разбит на несколько секций. Параметры пульсирующего света вынесли в отдельный раздел теперь. Раньше они прятались в обоях и стилях. Сложно было найти. Настройку этой красоты стало больше. Теперь он может играть в такт музыки, но на данный момент только одно китайское приложение это поддерживает, и я надеюсь, что в глобалке GT5 поддержку расширят, потому что даже вон в Nothing Phone 2 можно устраивать дискотеку с Яндекс.Музыкой, причем такую, что хочется выключить. Кроме того, девайс теперь реагирует на включение и выключение питания, на звуковые сигналы, а также на переворот экраном вниз. Ну а если вы хотите демонстрировать наличие диодов в GT5 всем всюду и всегда, вы можете включить постоянное отображение. Вот так. Ну и, конечно же, можно выбрать цвет. Сейчас вот красный, да? Теперь вот синенький, например. В остальном конструкция максимально близка. Крышка, стекло, рама, пластик. На верхнем торце без изменений есть ИК-порт, как и у GT3. Внизу двойной лоток SIM, карта памяти не вставить, но симки две можно вставить. Мультимедийный динамик, он играет в паре с разговорным динамиком и стерео, как это водится, получается полуторка. Давайте послушаем. Вибрация хороша, много эффектов в разных сценариях. С экранами тоже интересная тема. По характеристикам они один в один, однако есть определенные отличия. Я думаю, они программной природы. Панель тут Tianma, обычно ее принято критиковать, но я не буду. Как по мне, экран здесь вполне себе окей. Ну, как и здесь, потому что они одинаковые. Единственное, отмечу, что панели, конкретно в моих вот случаях, два смартфона, да, они хоть и идентичны по характеристикам, а вот визуально они довольно разные. У GT5 у моего дисплей прям розовит. И оба они склонны менять цвет под наклонами. Очевидно, дает у себя знать производство Tianma. Им надо поработать над стабильностью. Яркость в помещении мы замерили. 630 нит получается. На солнце выходит на заявленные цифры. 1400 нит обещают, и 1400 нит мы получили в обоих случаях. Шим-модуляция работает на частоте 2160 Гц, а коэффициент пульсации не превышает 34%. Причем при снижении яркости он падает. Неплохо, как бы, по шиму здесь. Теперь о программных отличиях. Первое – это возможность включить сниженное в 1,3 раза разрешение у GT5. Непонятно зачем, но очень интересно. Нафига, собственно? А второе различие – это тач. Почему-то у GT3 в интерфейсе 180 Гц, а у GT5 всего 120 Гц. Где 60 Гц потерялись, непонятно. Хотя в играх через игровой раздел он там и там возрастает до 360 Гц. Мгновенный тач обещает 1500 Гц, но проверить возможности нет. А по ощущениям скажу, что сенсоры обоих девайсов весьма отзывчивые. Есть прикол с герцовкой у обоих телефонов. Доступно несколько режимов частоты.
авто 60 и 144 Гц. В авто по традиции максимум 120 Гц со снижением до 60 Гц. Простое, ну и многие программы в авто идут при 60 Гц. Не выше, стрёмно, короче. Нам такой режим не подходит, не нравится, не устраивает. Что нам интересно, так это режим 144 Гц, включив который открывается раздел ручного выбора частоты для отдельных программ. Прямо как в старых прошивках Realme. Я советую проставить в этом пункте для всех приложений высокую частоту, так как даже если там стоит автоматически 120 Гц, то программа может запускаться все равно максимум 60. В общем, везде 144 пропишите, протыкайте, и если программа поддерживает такую частоту, там будет до 144 Гц, включая игры. Но с играми здесь и здесь есть огромное, большое «но», я бы сказал, оно вот такое вот «но» касательно частот работы экрана. И очень скоро мы это «но» обсудим. Что до прошивки, то там и там Realme UI на базе ColorOS. Китайский GT5 имеет русский язык из коробки. Сервисы Google туда легко ставится, аккаунт заводится. Все хорошо, если бы не блокировка звонков. Причем способы снятия блокировок со смартфонов Realme прикрываются. И сервис не во всех случаях может помочь с анлоком. Исходя из чего, я не рекомендую приобретать свежие модели Realme для Китая, так как последствия сложно просчитать. А видео о нем я снимаю, чтобы вы понимали, чего ждать от глобального GT5, когда он выйдет. За покупку китайского я не агитирую. Камер сзади по 3 штуки. Основа на сенсоре Sony IMX890, ультраширик 8 мегапикселей без автофокуса и макро на 2 мегапикселя. В случае с GT3 это микроскопный модуль, который позволяет снимать очень близко, а у GT5 это просто обычная стрёмная макро, не несущая никакой пользы. Почему нельзя было дать и ему микроскоп, я не знаю. Пожадничали, может быть. С другими камерами, по идее, должен быть паритет, ведь оптика и сенсоры там копейка в копейку на бумаге. Однако между фотками есть существенное отличие. Практически на всех снимках заметно преимущество GT5 над GT3. Что довольно странно. Я не верю, что пятерка снимает настолько убедительнее только из-за чипа. Скорее всего, на камеры GT3 в какой-то момент забили, ведь надо было продавать GT5, так что все улучшения алгоритмов приберегали именно для него. При этом я не могу сказать, что GT3 снимает плохо. Совсем нет, он снимает нормально, просто GT5 снимает не хуже, имея тот же сенсор, цвета правильнее у него, динамический диапазон, получше деталей, ночью побольше у GT5, чем у GT3. И знаете, даже как-то обидно становится за GT3. Вроде не так давно вышел, а уже типа устарел. И преимущество GT5 касается не только основной камеры, но и ультраширика. Возможно, кстати, оптику вот сюда поставили более качественную, потому что в ряде сцен прям видно, что у GT3 мыльцо какое-то происходит по углам. А вообще, знаете, я брал Realme GT3 с собой в Таиланд, где наделал огромное количество фото и видео. Некоторые вещи я уже выкладывал в телегу свою, и пользователям кадры понравились. В конце обзора сможете посмотреть на тайский контент, так что не спешите выключать видео, дождитесь до конца. А вот лукавить и называть GT5 супер-пупер камерафоном я не собираюсь. У него хватает своих проблем. Например, баланс белого между основой и шириком не совпадает, а зум-камеры вовсе нет. То есть минус один сценарий. Ну, так, да, честно, зато говорю. Посмотрите сейчас видео и обратите внимание на зум между GT3 и GT5. Цифровой зум.
теперь, друзья, обсудим железо. Ведь именно оно главным образом привлекает в GT3 и GT5. У меня самые топовые варианты по памяти. 16 гигабайт и 1 терабайт у GT3 и 24 гигабайта на 1 терабайт у GT5. Тип оперативной памяти у девайсов не отличается от LPDDR5X, а вот встроенная память у них разная. UFS 3.1 у GT3 и UFS 4.0 у GT5. Мне вообще казалось, что разница в скорости незначительная. Но я прогнал в тесте и увидел, что преимущество у UFS 4.0 чуть ли не в 1,5-2 раза. А это существенно. Правда, в реальных задачах оно все равно не такое явное. Игры так вообще запускаются, загружаются практически синхронно. Синхронно быстро, я бы сказал. Вообще, память в 1 терабайт я считаю некоторым излишеством. Хотя, с другой стороны, почему бы и нет? Я проводил у себя в телеге на предмет нужности такого набора памяти опросик и однозначного мнения там тоже не увидел. Но, опять же, Genshin Impact развивается и скоро, наверное, будут занимать гигабайт 200. И я все же понимаю, почему в Россию привезли только одну версию GT3 на 1 терабайт. Чтобы как-то оправдать его цену, которая находится на психологическом высоком уровне. 79 990 рублей. Да, дорого. Но вы видели вообще, сколько iPhone стоит на 1 терабайт? То-то и оно. У нас-то дешевле, существенно дешевле. Вот поэтому привезли только одну версию. Я думаю, прям топовое такое. И, возможно, также поступит с GT5. Здесь уже будет 24 на терабайт. Прикиньте, как его легко будут рекламировать. А у нас типа 24 на терабайт. А у кого еще так есть? Поэтому платите. Ну, собственно, другой повод для дискуссии. Нужно ли девайсам столько много оперативной памяти? 16 и 24 гигабайта. И это еще не считая виртуальной оперативки, которую можно выделить из постоянной. Да, у них такая опция есть. У свежего iPhone 15 Pro Max вообще-то только 8 гигабайт АЗУ. И ему хватает. У Android другая система, и тут, по идее, чем больше, тем лучше. Но по моему опыту, вот скажу так, что современным Android для корректной работы и переключения между разными задачами, если с прошивкой нет проблемы, она ничего агрессивно не выгружает, хватает и 12 гигабайт оперативки, прям изи. Короче, с этими товарищами я попробовал следующее. Взял GT5, где 24 гигабайта плюс 4 гигабайта виртуальной памяти. Да, вот такой вот режим, 28 в итоге в сумме у него было. И запускал по порядку приложения. И фотогалерею, и YouTube, там и Яндекс.Музыка, и различные игрушки, включая лайтовые и тяжелые. В общей сложности где-то 50 на 50 соотношение получилось в приложении к играм. Ну и запустил я 15, короче, всяких программок. И осознал, что они при повторном запуске все перезапускаются. То есть этот телефон, где 24 гигабайта физической оперативной памяти и 4 гигабайта виртуальной, не выдержал 15 программок. Возникает вопрос, зачем это все было нужно? В общем-то, друзья, это телефоны про мускулы. Посмотрите на тротлинг-тест CPU 100 потоков 30 минут. Удивительное дело, на пике GT5 круче на 15%. Но прогревшийся он становится чуть слабее даже, а среднее значение за полчаса выходит почти таким же, как у GT3 на чипе более старом. В тесте 3D Mark выяснилось, что GT5 по графике чуть задушен. Многие другие на Snapdragon 8 Gen 2 выдают свыше 14 тысяч попугаев, а тут 13 с копейками. Однако против GT3 он на 20% круче на пике и на 25% производительнее после прогрева. А это прям уже существенное преимущество. Ну а кто любит Antutu, цифрики специально для вас демонстрирую. Я Antutu не люблю из-за непоказательности, но как бы провел тест, смотрите. Ну а теперь, друзья, игры. Что тут с ними? Знаете, они могут идти до 144 FPS. Если пропишите, как положено в настройках, и если игра это поддержит, у вас будет максимальная там частота. И FPS у вас будет хорошим, высоким. Так как по графикам тротлинга мы тоже не выявили никакого криминала. Все хорошо по тротлингу. А у Genshin Impact у вас будет до 60 FPS. Даже во время долгих сессий на обоих телефонах. Однако помните, я обещал вам НО, когда обсуждал герцовку смартфонов. Что это за НО такое? А это очень печальное и огорчающее НО. Игры действительно идут здесь до 144 FPS, но они хватают лог на 45-55 FPS, когда смартфон незначительно прогрелся до примерно 40 градусов по батарее. Друзья, смотрите, у нас будет тест в реал-тайме. Счетчик FPS справа наверху, вот видно, да, там 144-145 FPS. Максимальная графика, режим 144 Гц активен в этой игре. В общем, получаем максимум FPS. Только запустили, телефон не нагревался. И пока все хорошо. Вот, наша задача немножко поиграть. И словить, собственно, лок FPS после незначительного прогрева. Прямо сейчас у нас что показывает? Батарейка 70%, заряда достаточно.
140 с лишним FPS, режим GT. Кстати, советую в... Где? Ну-ка, давай еще раз. Здесь. В этом разделе Touch Response поставит Ultra Touch. Тогда будет 360. Если не поставите, там будет 280, что ли. Играем, короче. Друзья, смотрите, мы играем 7 минут с половиной, и у нас случился лог, показывает счетчик внутриигровой 60 FPS. А здесь тоже 60 показывает. Вообще-то должно быть 55, почему 60? Непонятно. Что такое вообще? Управление стало ватным. Ну, количество кадров в секунду сократилось в 2 с лишним раза. И, разумеется, воспринимается геймплей теперь совсем иначе. Теперь это не задорный, веселый, быстрый шутан, а какая-то, не знаю, какая-то каша. Какое-то болото. Все такое, блин, неотзывчивое стало, неинтересное. Друзья, вот 12-я минута, до этого в поле вор играл, сейчас я запустил тактикул. Тактикул может идти в 144 FPS, когда телефон холодный. Когда горячий, вот 55 FPS лок у нас, видите? Все, не выше, нифига не выше. Я могу включить режим Balance, я могу режим Low Power включить. Все равно 55 FPS, вот, пожалуйста, GT. И ничего не поможет. Вот, я могу зайти в настройки, я могу здесь найти там батарею, да? Режим GT, убедиться, что включен. Вот здесь тоже. Давай, включайся. Вот. Вернуться в игру. Tactical. Где она там, блин? И все равно у нас будет лог на 55 FPS. Все, как бы приехали. При этом интерфейс работает в 120 FPS, он не снизился до 60 Гц. То есть это не тротлинг как таковой, это именно лог FPS. Все как бы приехали. Но если я запущу Genshin Impact сразу сходу, да, давайте запустим ее. Никакого лог FPS на 55 не будет. Будет именно 60 кадров в секунду, потому что игра находится в белом списке. Вот, пожалуйста. Видите, 58 FPS. Попроще локацию так развернуть. 60 FPS. Все, никакого лока здесь нет. То есть в гене. Игра не хочу как бы на полную. Но все равно она играет с потормаживаниями, с пролагами. Однако без лока. Вот такая вот история. А вот в Ханкае есть этот самый лок. В Ханкае есть. Там и лок, и тротлинг будет, сейчас увидите. Грузанулась вот Ханкай, идет так себе здесь. Недавно был обзор Lenovo Legion Y700 2023 года, планшет на Snapdragon 8 Plus Gen 1. И там 60 постоянные. Здесь в этой локации мы видим 42 FPS. 40 FPS. Но опять же, это лог, я так считаю. Почему? Потому что вот здесь у него тоже, он там 47 FPS. Ну, не должно быть так мало FPS, 45. Вот здесь вот. Должно быть больше. Ну, у него нет 60. При этом я в гене, да, у нас вот, пожалуйста, будет красоваться 60 FPS. Давай, показывай там. Что-то связь теряет, устанавливает. Кого там? Вот 60, пожалуйста. Идем, например, в Бравл Старс, да, лайтовая игрушка. Я показываю самые разные тайтлы, чтобы вы понимали просто, чего ожидать в плане игр. То есть он может выдавать высокий, хороший FPS, да, но с приколами, с вот этими всякими локами непонятными, мутными историями. Вот, пожалуйста, Бравл Стар, господи, 55 FPS в Бравле, не выше. Со 144, чтобы вы понимали. 144 здесь должно быть на холодную. Как сейчас будет, в принципе, на холодную в этом, в GT3. Вот, да, GT3. Пожалуйста, Бравл Старс, допустим. Вот. Он холодненький. Ну как он, секундомер? Я не думаю, что он во время воспроизведения секундомера перегрелся как-то. Не должен, по крайней мере, он это сделать. И здесь у нас будет сейчас... А нет, она здесь. А, да, все будет. Вот, пожалуйста, 144 FPS. Видите, идет. Но прогрей его, и будет та же самая история, что и у GT5, 55 FPS.
Я проверял телефоны в куче игр, и во всех из них, кроме одной, был лог. Кроме Genshin Impact. Почему в ней все хорошо и 60 FPS в долгую? Потому что игра находится в белом списке и потому что обзорщики тестируют смартфоны именно в Genshin Impact. Если бы я был дилетантом, я бы запустил Гену, увидел там 60 FPS и дико похвалил бы эти телефоны за игровые сценарии. Но я не такой. Не надо, друзья, путать тротлинг с локом. При тротлинге производительность снижается согласно нагреву до того уровня FPS, какой игра может выдать на сниженных частотах. В одной игре он никак бы не повлиял на FPS, осталось бы там 144, например. В другой игре просадка случилась бы до 80 FPS, в третьей там игре 55 FPS. А при локе FPS, независимо от сложности игры и требований игры, все игрушки, все, режутся до 55 FPS. Без каких-то исключений, а иногда даже и ниже, вот в Ханкае 45 FPS получается. При локе, что в Бравл, что в Поливор, что в Standoff 2, у вас из-за лока не будет выше 50 FPS, а иногда, я повторюсь, еще и ниже, если тело сильно нагрелся. И мне сложно описать это чувство. Вот у тебя телефон за немалое количество денег, где 1 терабайт памяти, 24 гигабайта оперативки, последний Snapdragon 8 Gen 2, в тестах все довольно прилично, экран 144 Гц, но ты недолго играешь и видишь, как все труды инженеров просто перечеркиваются, умножаются на ноль нелепыми алгоритмами. Игровой опыт получается не флагманским, не под стать железу, а каким-то бюджетным местами. Вот серьезно, Бравл Старс, Standoff 2 в 55 FPS? Да их лучше бюджетки тянут за 15 тысяч рублей! Вообще говорят, что если через ADB App Control удалить приложение батареи, то лок FPS исчезнет и телефон начнет молотить на все свои гигабайты и гигагерцы без лока. Но при этом вроде как исчезнет раздел батареи. Интересный, конечно, размен, и почему бы его не попробовать? Смотрите, говорят, что через приложение ADB App Control нужно удалить вот это вот COM O+ Battery, OnePlus. Ну, не смущайтесь, потому что OnePlus, там Realme, Oppo, это все ББКшная история. Ну что, я удаляю, удалить данные, конечно, надеюсь, не самоуничтожится. Давай сохраним резервную копию удаления. Удалено приложение 1, отлично. Теперь нужно ребутнуть и посмотреть, что произошло. Так, ну я перезапустил телефон, и я вижу, что батарея раздела просто исчез. Его больше нет. Вот GT3, ничего здесь не удалил. Можно посмотреть график разряда, да, сколько телефон работал. Активен там экран был, режим GT можно включить. Здесь его нет даже в шторке. То есть он здесь был раньше в шторке, теперь его не стало. При этом еще и умная зарядка здесь. И быстрая зарядка, по-моему, тоже активируется тут. То есть непонятно, как вообще без раздела батареи телефон теперь будет жить вот в плане автономности и быстрой зарядки. Очень любопытно все. И давайте посмотрим, есть ли вообще игровой раздел, сохранился ли он. Запускаем там тактику, например, да? Да... Слушайте, исчез. То есть нет. А, нет, есть, смотрите, он сохранился. Короче, давайте мы ускорим нагрев. Запускаю тротлинг тест. Пусть прогреется минут 5-10 и посмотрим, что с FPS произошло. Смотрите, кстати, быстрая зарядка сохранилась, проценты бегут. То есть и игровой раздел сохраняется, да, и зарядка быстро сохраняется. У тебя, по сути, только графика не будет, да? Ну, там посмотреть, как что. Любопытно. Ну, продолжаем нагревать, продолжаем. Так, смотрите, я телефон прогрел с помощью Ханкая, но я вижу, что Ханкая лагает очень сильно. И тут 35 FPS всего-навсего. То есть очень неприятно, но при этом, если сделать вот так, подержать там какое-то время, вернуться в игру. Смотрите, все очень круто! 60 FPS! Видите, бегу. А он лагает. Вот, какие-то приколы все равно остались. Так, запускает Tacticool. Чтобы убедиться окончательно, лог появляется, нет. И мы видим тут что? Мужика усатого. Усики, пропуск, значит, в космические трусики у него. Лока нет. Но какая-то хинея все равно осталась, потому что Ханкай откровенно лагает и ставит какой-то лог. Все равно. Короче, вот это вот удаление бэтри, это... О, лагает, смотрите как. Это нифига не панацея, потому что он... Все равно ведет себя плохо в игрушках. Вы лишаетесь между тем графика и там в настройках не сможете лазить. Плюс он что-то как-то нагреваться стал сильнее. Короче, для игр очень странненько подходят эти телефоны. Ну вот как-то не смогли.
Выводы, друзья. Не забывайте о розыгрыше конструктора котика Real Meow. Ссылка на условия в описании. Одному из вас повезет. Он клевый и стоит того, чтобы принять участие в розыгрыше. Вот так. Итак, Realme GT 3 – это классный аппарат, но, конечно, не за 80 тысяч рублей. Realme GT 5 я расцениваю как его доработанный вариант. Поигрались со светодиодной подсветкой, подтянули алгоритмы камеры, обновили чип, звук перенастроили, еще больше памяти отсыпали. Честно скажу, GT 3, он же GT Neo 5, я не вижу смысла менять на GT 5. Если меня смотрят пользователи вот этого девайса, успокою. Он у вас актуальный и еще долго прослужит. Выбор же между GT 3 и GT 5 будет зависеть только от цены последнего. Вот сколько он будет стоить, так и значит и решим, стоит ли он приобретения. Вообще телефоны мне понравились, они шустрые, камеры приятные, пусть и без телевика. Зарядка за 12 минут — это вообще какое-то волшебство. Не в первый раз встречаю шуструю зарядку, но каждый раз кайфую с этого прям дико. Огорчает меня лишь один момент, здесь и здесь, это лок FPS. Причем эта тема, она имеет софтовую природу. И я призываю ребят из российского офиса Realme, которые наверняка посмотрят этот обзор, связаться с главным офисом и объяснить ситуацию. Дайте возможность дышать этим замечательным железком полной грудью. Перестаньте их душить, и пользователи будут благодарны. Долой лок FPS! Ну а если вы, друзья, не играете или играете супер лайтово, либо готовы копаться в прошивке и искать способы ручного снятия лока, welcome. Не вижу никаких причин не обратить на аппараты внимания. А тем фанатам Realme, кому хочется камеры покруче, стоит подождать GT 5 Pro. По слухам, так будет называться. Бренд уже начал тизерить новинку с помощью перископного зума. Такое мы любим, однозначно. Вот, что еще добавить. Котик ждет вас. Ссылка в описании, участвуйте в розыгрыше. И напоследок, под тайскую музыку, насладитесь тайским контентом с Realme GT 3. Всем пока. Инженерная конструкция появилась. Мне кажется, это тщетно. Пример видео Full HD 30 FPS, с которым можно переключаться между модулями. Это ультраширик, это основа. Ну, конечно, очень большая разница. Цифровое приближение до 10 раз. Ширик без автофокуса, соответственно. Что-то вблизи снять не получится вообще. У него очень странная дистанция фокусировки. То есть, смотрите, откровенное мыло вдалеке, но вблизи вроде даже ничего.